Энджел, их слишком много. Тебе их всех не убить. Дай мне кинжал! Перс, как ты это сделал? Инстинкт. Что? Надо уходить отсюда. Что? Что это было вчера ночью? Змеями управляли ассасины. Ассасины? Они служили тайными убийцами, пока мой отец не приказал их распустить. Видимо, Низам ослушался приказа и оставил их. Вот тайные убийцы на царской службе, поэтому я не плачу налоги. Нельзя останавливаться. Тебе, может, нельзя, а нам можно. Вы не поможете нам добраться до храма? Ха! Берите Гиндукуш во время бури. На вас больше мух слетается, чем на гнилой манго. И вы сумасшедший. В храме есть золото. 10 лошадям не унести. И без налогов. Господин! Вообще знаешь, куда идти? Я с детства знаю дорогу. Каждая принцесса знает. Это часть посвящения. Это здесь. Святилище. Только тут можно укрыть кинжал. А я ждал золотых статуй, водопадов. Отдай мне кинжал, и я отнесу его туда. Не порежьтесь, принцесса.